можем использовать антибиотики, потому что они убьют и хорошие бактерии. Как вы можете ей помочь? Мы возьмем микробиом здорового человека и вырастим его внутри вашей мамы при помощи фекальной пересадки. Возьмем фекалии донора, смешаем с водой и введем маме прямо в анус. Фу! И сейчас я расскажу, почему это работает на самом деле. Да, фекальная трансплантация или пересадка кала реально существует и представляет собой процесс пересадки кишечных бактерий, содержащихся в кале здорового человека, пациенту. Самый простой способ введения – это прием капсулы с замороженным или высушенным препаратом фекальной микробиоты. Также введение возможно в толстую кишку при помощи колоноскопа или в желудок при помощи зонда. Цель данной терапии заключается в восстановлении нормального баланса кишечной микрофлоры. Интересно, что этот метод использовали в Китае еще в 4 веке, а доказали его эффективность в 2013 году, так что это не выдумка создателей мультсериала South Park, а научно доказанный факт. Айк, если мама выживет, никто не должен об этом знать.